12 июня по всей стране отмечался День России. В Волгограде этот праздник провели с большим размахом. Особенный акцент был сделан на том, что Россия – многонациональная страна. На территории Волгоградской области проживают представители разных стран, национальностей и культур. Все они – граждане Российской Федерации, и поэтому принимали в празднике непосредственное участие, пройдя праздничным парадом национальностей. Кроме жителей Волгограда и области, в этот день на праздник приехали не только гости из других регионов, но и даже из других стран. Первый день здесь я, в Волгограде, мне здесь все понравилось. Это мне тоже нравится. Но хотел бы, чтобы у вас было все хорошо, как у нас, чтобы все росло хорошо. Я не знал, что вы этот день будет такой славный день у нас, как Словакия, Чехия, мы это не славим. Але мне это нравится, что вы у вас так... Это хорошо. «Мой город, моя семья». Под таким лозунгом на сцене выступали творческие коллективы разных национальностей со своими традиционными песнями и танцами. День России в Волгограде в этом году проводился в поддержку семейных ценностей и здорового образа жизни. Поэтому важной частью торжественного концерта стало награждение самых спортивных, талантливых и активных семей памятными подарками. А поздравить их и всех волгоградцев с Днем России приехали официальные лица города. Мы все с вами живем в России. Мы можем быть разной национальности, разного вероисповедания, но мы все граждане России. Давайте любить нашу страну, давайте любить наш прекрасный город, давайте любить самих себя и любить окружающих. И я думаю, наша страна будет цвести и процветать. С праздником вас всех! По уже сложившейся доброй традиции, особенным подарком волгоградцам в этот день стал почти часовой концерт с участием Валерия Сюткина и музыкантов коллектива «Сюткин Бэнд». Жить на свете непросто, в мире есть столько разных вопросов, чтоб навек потерять покой. Не грусти, я с тобой напрасно. Далеко, далеко, и на все твои вопросы я смогу найти ответы где-то там далеко. Желаем жителям Волгограда, отважившимся жителям России, всегда находить ответы на те сложные вопросы, которые ставили перед вами жизнь. С праздником! Буду я бродить по свету далеко, далеко, и на все твои вопросы я смогу найти ответы где-то там, далеко. Завершающим аккордом всех торжественных мероприятий и концертной программы стал праздничный салют и гимн нашей страны в честь праздника всех россиян. Татьяна Левашова, Олег Буравцев, Игорь Асанович, Волгоградское деловое телевидение. Великая слава поет наше свободное братских.